Витязь обратно к своим воротам вернулся. Отсюда все надо заново начинать. Теденбю бросает вперед. Даугавич в углу. Денфорд пропускает на Ержабика. 20 секунд у Витязя до выхода пятого. И вот подставление. Бросок еще один. Еременко выручает. И шайба не залетает в ворота каким-то чудесным просто образом. Еременко уже без клюшки. Но это не страшно, поскольку Динамо выбрасывает шайбу. Ну вот это был, конечно, самый такой опасный момент у ворот Еременко. Вот здесь Еременко отбивает шайбу, а дальше там кто, Зайцев вынес ее. Как она не попала в ворота. Теденбю там бросал, да? Клюшку, ну ничего себе! Это просто невероятно!